Мы когда слышим такие понятия, как билингвы, трилингвы, полиглоты. Он знает около 50 языков и способен любой из них разложить на атомы, чтобы понять структуру. Известный полиглот Дмитрий Петров 4 года назад сам за 2 месяца выучил татарский по своей уникальной методике и рассказал о ней в специальном телепроекте. Это не русское «а», Москва, Казань. Это более глубокое. О, олар. 8 человек за 24 урока с нуля изучали татарский язык буквально в прямом эфире. Дмитрий Петров рассказывает, в преподавании языка важно погружение в культуру народа. Результат не должен быть где-то за горизонтом. Он должен быть очевидным, конкретным, понятным в максимально сжатые сроки. Второй момент. Очень важно, чтобы изучение языка сочеталось, сопрягалось с изучением культуры. Язык – это не просто набор слов и грамматических правил, это определенное состояние души, определенный взгляд на окружающий мир. Алсу Мансурова преподает татарский в детском саду 15 лет. Ее ученики – русскоязычные дети. Педагог согласна, эффективнее всего погружаться в язык как раз через традиции. Русские дети, они совершенно не знают татарский язык, да, и с удовольствием ходят на наши занятия. Мы через игры, через песни, через фольклор изучаем татарский язык. Они с удовольствием ходят. И самая большая оценка для нас, когда родители нас видят, благодарят. Педагоги говорят, интерес ребенка к языку во многом зависит от родителей. Изучение татарского в детском саду или в школе необходимо поддерживать дома. У нас весь детский сад с татарским языком обучения. То есть люди целенаправленно выбирают наш детский сад именно потому, что мы в нашем детском саду разговариваем с детьми исключительно на татарском языке. На семинаре 600 учителей и воспитателей. Педагоги смогли обменяться опытом и с другой стороны взглянуть на свою работу. Нужно всегда обновлять какие-то свои знания, подходы, методики, посмотреть на свою работу по-новому. Так и надеемся, сегодняшний спикер сможет еще раз помочь нашим педагогам посмотреть какие-то подходы, какие-то методики. То есть, как он говорит, есть 2 большие буквы «М». Это методика и мотивация, как раз мотивировать наших педагогов еще раз пересмотреть свою работу. Семинар провели при поддержке комиссии по родным языкам при РАИСе Республики. Цикл лекций «Эффективные методы преподавания татарского языка» продолжится. Вероника Гайнутдинова, Лисан Саитова, ТНВ, Казань.